Сегодня начинается основной этап ЕГЭ. Первые экзамены география и литература сдаются в 83 регионах Российской Федерации. В этом году экзамены сдаются раньше обычного. По словам регионального министра образования Елены Буняшиной, это связано с тем, что изменились сроки подачи заявлений в высшее учебное заведение. Если раньше это можно было сделать до 31 августа, то теперь крайний срок – 15 июля. Еще одно нововведение – процесс сдачи единого государственного экзамена будут контролировать около 35 тысяч видеокамер. Видеозапись в ходе экзаменов будет вестись во всех пунктах проведения ЕГЭ. Также они будут оборудованы рамками и металлодетекторами. Но все это для ребят, я думаю, что не коснется ничего. Это сделается для того, чтобы показать прозрачность проведения экзамена, чтобы ни у кого сомнений не было о том, что я по-честному сдаю экзамен, а вот кто-то там не по-честному. Так что никаких шпаргалок и мобильных телефонов, только ручка и паспорт, и вперед, светлое будущее.